Всем привет, с вами Монах Синема. Тут вот прикупил такой наборчик, воздухозаборник сам. К нему идет вот резиночка такая и крепежик. Крепежик и два саморезика. Сейчас мы каким-то макаром будем пытаться в лютый мороз его пришпандорить. Ага. Сейчас резиночку оденем. Резиночка, что она, откуда ее? По факту-то, наверное, вот тут с краешку надо оставить. Чтобы если попадала какая-то вода, чтобы вытекала. Я так думаю. Я, конечно, не самое лучшее время выбрал, чтобы тут замастырить ремонт. Причем такой сложный. Это, наверное, кстати, ну, обычно работа стоит полстоимости какой-то детали. А тут получается, походу, работа в два раза превышает стоимость самой детали. Не, ну понятно, что сырая деталь, ее надо обмозговать тут, чё как тут накинуть. Это бы, конечно, о, ничего себе, а её тут даже с запасом замутили. Придется обрезать. Где у нас тут специальный нож? Нож, инструмент. Хоп. Все. Теперь это возврату деталь уже не подлежит. Поскольку у нее тут отрезали.
Прекрасно. Прекрасно. Идем за крестовой отверткой. Что-то ни с того, ни с сего решил я сюда поставить воздухозаборник. Вот. В лютый мороз причем. Сейчас вот кое-как я очистил это место. Сейчас будем пытаться его сюда прикрутить. Руки, правда, отмерзли. Конкретно. Вот. Ну, продолжим. Вынимаем крепеж. Оп. И волшебным образом его прогоняем. Прекрасно. Прошел. Так. Устанавливаем вот так вот, дабы он там у нас за что-то зацепился. Так. А, этот мы еще не прогнали. Прогоним этот. Потому что так, не прогнав, я думаю, будет прокручиваться. Ага, прогнали. Выкручиваем. Прекрасно. Воткнули. Наживили. Берем и идем в поле. Сейчас будем там пытаться установить. Сюда, и он у нас так выскочила. Выскочила. Мы ее засаживаем, прокручиваем. Опять выскочила. Нет, как-то все не так. Как-то все не так. Еще надо выкрутить.
Вот так вот. Ну что ж, у нас теперь вот такая вот штука есть. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Посмотрим, как вот эта штучка ляжет. Не мешает. Прекрасно. Замечательно. Ну, в общем, потом вам скажу, что за ощущения у меня с ней будут.